Варя в вишневом саде у Чехова говорила, что было бы у меня хоть немного денег, ну хотя бы 100 рублей, бросила бы все и ушла бы в монастырь. В этой же пьесе шампанское покупают за 8 рублей бутылку и рубль оставляют на чай официанту. А что сейчас можно за 100 рублей? Ну, два раза проехать на метро, взять чашку кофе в недорогом заведении. Но лучший способ и тогда, и сейчас потратить несущественную для вас сумму денег – это помочь тем, кому точно труднее, чем вам. И даже 100 рублей, перечисленным вами фонд «Нужна помощь», могут кому-то действительно помочь.